Привет всем! Вы на моем канале Гузель Уразова. Нет, у нас... не мою. И у нас в эфире рубрика «Готовим с Уразовой Kids». Я Уразова, а это мои kids. Это Камила, а это... Камил! Правильно. На прошлой передаче мои kids готовили чак-чак из рыбок. Из печенья рыбок. А на сегодняшней передаче вы никогда не догадаетесь, из чего можно сделать самый вкусный яблочно-творожный десерт. Это можно сделать из обыкновенного лаваша. Не нужно месить тесто, пачкать руки, где-то что-то печь. Это очень быстро, доступно. Лайфхак для жизни. Посмотрите, что у нас на столе, какие ингредиенты нам сегодня понадобятся. Конечно же, это масло, конечно же, нужен будет творог, сахар, корица, яблоки. Нам понадобится лимон, про лаваш я уже сказала. Ну и, собственно, все. Мы сейчас начинаем готовку. Яйца. А еще яйца. Конечно, яйца, яйца, яйца. Я сегодня волшебница. Я за несколько секунд почищу и накрашу яблоки. Не верите? Это я. Поехали. Вот и все готово. Кто не верил? А я быстро накрошила. Кстати, яблоки я сначала очистила, и вам того же советую, чтобы детям давать только очищенные яблоки. А теперь мы приступаем к творогу. Это самый лучший творог, который мы кушаем и любим. Творог нужно кушать. Он укрепляет все зубы и кости. Да, и здоровье, конечно же. Нам понадобится 700 грамм творога. В одной пачке 200 грамм. Значит, мы положим 3 пачки. А, в другой 400. Оказывается, бывает и 400-граммовые. Ты хочешь положить? На, я тебе открою, а ты положи. 800 грамм. 800 уж не бывает, наверное, камень. Вот, молодец, Самир. Все быстро. Мама. Теперь нужно положить 2 яйца. Эй, мам, я плакачу. И 100 грамм. Сахара. Сахара. 100 грамм сахара мы положили в творог, а 200 грамм мы оставим для яблок. Сейчас нам понадобится лимон. Цедру одного лимона мы прям сюда и накрошим. А где у нас терка? Кто принесет терку? Я! Давай. Самир. Кто волшебник? Крабли, крабли, бум! Ух ты, вот это волшебники! Я думаю, откуда у меня так быстро здесь терка появилась? Вы, оказывается, тоже волшебники? Так, давайте цедру лимона, самой мелкой, через самую мелкую терку мы будем крошить сюда лимон. Будьте внимательны, под руководством родителей только можно вот так вот детям разрешать пользоваться такими кухонными приборами. Видите, Самир аж прослезился. Ему так понравилось тереть. Вот молодец. Ну все, Камил, смотри. Они все сделали. Это опасно. Так, вот это бери. Это бери и туда накрашивай. На, накладываем сюда. А можно я? Опять? Все, положили. Самир открывает лаваш, расстилает. Я хочу лаваш открыть. Ну на. Тебе второй лаваш, чтобы ты открыла. Ох, как много у нас лаваша сегодня. Да. Лишь бы у нас начинки хватило. Да, Камил? Да. Сейчас мы вытрем стол для того, чтобы можно было разложить на столе, хорошо? Вы пока намазываете творог на лаваш, а я пойду тем временем. Масло возьму с собой, сахар, который у нас остался 200 грамм, и корицу вместе с яблоками подержу на плите. А вы давайте быстренько-быстренько все накладывайте. Я пошла. Поехали потихоньку.
ложечку и все. Давай попробуй. Давай вместе. А можно я колу оформить? Давай. Держать, а ты держать. Так. У нас уже почти все готово. Камила выкладывает уже потихонечку. Ладно, Камилюш? Чтобы лаваш? Угу. Не развалился. Да. А то будет он красивый. Угу. Все ты знаешь. Да. Ты уже эксперт по моде, по красоте. Да. И по лавашу. Угу. Зрители, вы не представляете, какой запах: корица, масло, яблоки, мед, чайную ложечку я добавила. Это все для вот этих вкусностей, которые у нас должно получиться. Ну вот, наш десерт уже почти готов. Осталось 30 минут его отправить в духовку на 180 градусов. Наш творожно-яблочный десерт готов. Самир даже устал немножко. Нет! Не устал? О, сейчас мы будем пить чай. Он такой вкусный. Понюхай. Там столько много еще осталось. Мы просто принесли вам чуть-чуть показать. Папе и Ларе мы там оставили, а это мы сидим сами. Не забывайте, что вы находитесь на нашем канале. Канал Уразова Kids. Всегда добро пожаловать к нам. Подписывайтесь. Зовите с собой своих друзей. Самые лучшие лайфхаки будут у нас. Мы вам это обещаем. Мы вас любим, дорожим. Ставьте лайки. И будьте всегда с нами. Удачи вам и приятного аппетита. В инстаграмах у нас есть аккаунт Гузель Уразова, Уразова Kids. Все эти аккаунты очень разные. И контент у нас никогда не повторяется. Так что подписывайтесь на нас. Будьте всегда с нами. Ставьте лайки. Самые лучшие комментарии. Мы всегда вас любим и всегда вас ждем. Пока-пока! Пока!